Гимна, наверное, в ключевых моментах, третью-четвертую партию, под концовки они сыграли чище, чем мы. Сейчас охладим немножко страсти, посмотрим, что как получилось, постараемся исправить на вторую игру и сыграть почище и поспокойнее. Мы играли две отличные команды, которые по праву находятся в этой четверке. Где-то нам чуть больше повезло, где-то чуть больше потерпели. Вот. Но, в принципе, игра была равная, и буквально там несколько мелочей решили исход матча, там исход там той же четвертой партии.